Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, ну, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно. Правительство надо догружать, другие структуры и органы власти надо догружать, снимать несвойственные с президента вопросы. Недавно записку я получил, предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти.